Межрегиональный фестиваль «Семицветик» – это как раз тот самый случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Регионы Волговятского экономического района представили традиции и обычаи своих предков. Аутентичность – понятие объемное. Родной язык, народные костюмы, национальная кухня, традиционные ремесла. Рассказать о своем крае посредством живого общения – вот главная задача, которую поставили перед собой организаторы. Фестиваль называется «Семицветик». Приезжают 7 регионов. Значит, они приезжают со своими песнями, со своими танцами и не только, мастерами со своими. Расписанные узорами зеленые тюбетейки – оригинальные костюмы наших соседей. Татар видно издалека. На этот раз они еще и провели мастер-класс по изготовлению свистулек. Удмуртия удивила лаптями из соломы, а марийцы – своей национальной кухней. Мордовия привезла расшитые платки и разных форм скатерти. Продолжая вековые традиции, женщины не снимают пала с головы, подсмеиваясь над собой, потому что пала переводится как гриб. Мы исполняем фольклорные народные песни для сохранения традиций, для передачи. Дачи самого богатейшего в истории нашего народа, молодому поколению, ну и для исполнения для всех любителей прекрасного. Белые рубахи – кипе, черные штаны и один из главных элементов – красная лента на поясе. Это наш чувашский национальный костюм. Семь ярких лепестков, символизирующих народы, у каждого из них своя история. Но на фестивале это была дружная многонациональная семья. Александра Иванова, Мальвина Петрова, Андрей Шоклев, Республика.